В наши дни китайский язык набирает популярность среди молодежи. Китайское консульство в городе Казани совместно с Институтом международных отношений организовало мероприятие для тех, кто изучает китайский язык и восточную культуру. Среди гостей были студенты, которые изучают китайский, а также проректор Казанского федерального университета. Они изучают английский язык, но те, кто смотрит в будущее, они всегда обращают внимание на язык китайский. У нас сегодня в университете порядка 2000 ребят изучают китайский язык, действует, соответственно, институт Конфуция, есть преподаватели, носители китайского языка. Поэтому я думаю, что это то направление, которое будет только развиваться. И сегодня действительно приобретает популярность китайская культура, мы смотрим китайские фильмы. Я думаю, что в связи с общей ориентацией Российской Федерации в настоящее время с запада на восток, в том числе в Азию, мы дополнительное внимание теперь будем обращать на сотрудничество, взаимодействие с нашим большим партнером. Вот. И я думаю, что сегодня только начало, наверное, уже следующей серии мероприятий, которые будут связаны с Китаем, с китайской культурой. Открыл мероприятие своим выступлением генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инсинь, который рассказал о традициях в 34 провинциях КНР. Наши дипломаты будут читать стихи на китайском языке. Еще вот студенты из Казани, они тоже будут выступать с китайскими песнями, танцами, даже ушу и так далее. Еще каллиграфия китайская. Я сам иногда тоже пишу китайскую каллиграфию. Вот нам уже я написал, что там есть, можно посмотреть, да, и так далее. Еще китайская кухня. После окончания мероприятия мы тоже приглашаем всех гостей отведать китайскую кухню. На сегодняшний день в Казанском университете обучается более 1000 студентов из Поднебесной, а китайский язык изучают в программе бакалавриата и магистратуры около 2000 студентов. Юлия Семенова, Фарид Захитаглы, Универньюз.